Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, и я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Сегодня я расскажу вам об очень крутом тренде этого года. Это живые лайв-трансляции. Еще их называют ливы. Итак, что же такого крутого в этих трансляциях и почему вы просто обязаны использовать их в своем бизнесе? Дело в том, что популярность ливов увеличивается с каждым годом на 147%. Знали ли вы об этом? И еще, когда вы проводите трансляцию, то всем вашим подписчикам об этом сообщается. И каждый из них это видит и может прийти и посмотреть вашу живую трансляцию. А еще вы всегда будете самыми первыми в новостной ленте, потому что живые трансляции все соцсети показывают самыми первыми. Самое первое преимущество лайв-трансляции – это то, что все новые подписчики могут с вами познакомиться. Они всегда в новостных лентах видят в первую очередь то, что вы проводите какую-либо трансляцию. Естественно, людям любопытно узнать, что же вы там рассказываете. И люди приходят, заходят и видят вас. И когда они видят вас, то вы вызываете у них доверие. И люди уже более охотно изучают вашу информацию. Ведь если вы делаете посты, то в силу того, что в новостной ленте они могут затеряться, не все посты видимы вашим подписчикам, а вот на лайв-трансляцию они зайдут совершенно большей процентностью. Кроме того, это очень удобно, потому что вы не привязаны к какому-либо месту. Если у вас есть офис, где вы ведете бизнес, то вы показываете, как вы ведете этот бизнес в своем офисе наглядно. Человек может посмотреть на ваш офис. Или если у вас, например, какой-либо магазинчик, вы можете показать, что в этом магазине, какие мероприятия вы проводите, да, и всякие такие моменты. Или же вы можете показывать свою жизнь. Это очень хорошо для личного бренда. Например, если вы получили от компании автомобиль, вы можете показывать, как вы его получаете, куда вы ездите на этом автомобиле. Вы можете показывать путешествия, в которые вы ездите благодаря вашему бизнесу, благодаря вашей компании и так далее. Например, вы можете себе позволить сходить в хороший ресторан. Вы точно так же проводите прямую трансляцию, рассказываете, что вы побывали в таком замечательном месте. Или вы куда-то поехали. То есть все это вы будете показывать людям. Все это развивает вас как личный бренд. Потому что ваша жизнь напрямую связана с вашим заработком и с тем бизнесом, который этот заработок вам и дает. Если вы любите рассказывать о каком-либо товаре, например, компания занимается косметикой, то вы, конечно же, можете в прямом эфире рассказывать о каком-либо продукте, показывать, как его можно применить, нанести, как он работает. Это тоже очень классно действует. Поэтому этот случай вы тоже должны применять. Скажите, а вы хотите, чтобы сама соцсеть бесплатно продвигала ваши аккаунты? Тогда обязательно записывайте живые трансляции. Потому что если живые трансляции интересны публике, то соцсеть сама продвигает ваш аккаунт. Люди вас видят, ставят лайки, подписываются на вас. Поэтому это очень хороший метод продвижения. Ну и, конечно же, я хочу ответить на самый задаваемый мне вопрос. Где же проводить лайв-трансляции? Вы должны выбрать платформу, на которой вы будете проводить эти трансляции. Конечно же, в идеале вы должны использовать все соцсети, все платформы. Но я расскажу о тех, которые самые популярные у нас. Это, конечно же, Google Hangouts, который напрямую связан с каналом YouTube. Это, конечно же, ВКонтакте, Facebook, Instagram. Также это Twitter и Перископ. Ну, те, которые я перечислила самыми первыми, они считаются у нас самые популярные. Итак, выбирайте ту платформу, где больше всего подписчиков, и начинайте работать в этой платформе. Но не забывайте, что вы можете делать несколько трансляций, и делайте это в разных соцсетях и на разных платформах, и будет вам счастье. Итак, если вы хотите быть в тренде, то, конечно же, используйте живые лайв-трансляции. Если вы хотите узнать об этом побольше, если вы хотите обучиться, то добро пожаловать в нашу закрытую школу. Она доступна, конечно же, только партнерам нашей команды.
И следите за новостями. Мы будем выкладывать очень много видео на эту тему. Эти все видео будут обучающими. Поэтому не забывайте внизу под этим видео ставить на звоночек. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайки и задавайте вопросы внизу под видео. С вами была Елена Коваленко. До скорых встреч!